Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас что? Правильно, у нас сегодня битва замков. Это будет видео, посвящено бездонатному аккаунту, который я развиваю с нуля. А еще я стал я встал на путь изнемогания и боли. Я начал прокачивать чистую силу, то есть у меня нету на аккаунте допов. Сегодня мы будем снова продолжать прокачиваться, друзья. Так что усаживайся поудобней, наливай пельмешки, заваривай печенюшки. Надеюсь, я это не говорю второй раз, потому что уже несколько раз перезаписываю видео. Не суть, княжеский лайк с тебя. Я уже заговариваюсь, колокольчик долби, чтобы не пропускать видосы. Это очень важно, кому реально не безразличен мой аккаунт, настроить оповещения. И полетели. Так, шо у нас? Есть плейлист отдельный, посвященный яйцу. Возможно, вам будет помощь какая-то в прокачке. Напоминаю, что чистая сила — это, скажем так, неправильный путь развития в игре. Я его не поддерживаю. Я просто делаю именно так, потому что, ну, скучно. То, что захотелось трешачка. Может быть, через пару выпусков уже снова расчехлю допов. Не суть. А дальше, что еще хотелось бы отметить. Сегодня мы возьмем и прокачаем какого-то героя. Я думаю, что теперь каждый день будут выходить видосы про яйцо. Вы, главное, ставьте побольше лайков. И еще у меня к вам просьба. А почему каждый день будут выходить видосы? Я вам покажу, что за достаточно короткое время можно прокачать нормально так силы, даже без допов, просто прокачивая основных героев. Еще что хотелось бы отметить. Сейчас я не знаю, кого прокачаю. Слушайте, давайте по приколу прокачаю тыкву, заодно протестим это все дело в кошмарках. Но ваша задача состоит в том, чтобы взять комментарии, написать героя, которого я буду в дальнейшем прокачивать. То есть, какого вы хотели бы, чтобы дальше я героя прокачал. И вы лайкаете такие комментарии. И тот комментарий, который наберет больше всего лайков с героем, того героя на следующем видосе, ребят, я и прокачаю. Давайте сделаем вот такой вот обмен с вами флюидами, не знаю, космической силой. Такой кооперативчик между нами будет. И вам хорошо, и видос может быть чуть лучше продвинется. Не суть. Вы видите, какие герои у меня присутствуют на аккаунте. Я не знаю, сколько я смогу прокачивать, ребят, сколько у меня хватит ресурсов, потому что золотые слизи тоже не вечны. Но, тем не менее, давай, не знаю, кого сегодня прокачать. Давай сегодня начнем с того, что... А, нет, тут герои другие стоят. Ладно, давай, короче, прокачка так прокачка. А единственное, что зайдем сюда. Мне тут уже забарила вот эта вот штука горящая. Нужно забрать скины. Посмотрите, сколько у меня их накопилось. Я так ими не занимался, а все, больше нету. Я думал больше. Дальше. Больше дальше. Скины я забрал. Вот, допустим, что у нас там? На кого скин был? Судьба, руны. Так, заходим сюда. Ага. Тут никакого скина нету, да? А, тут, смотри-ка, у нас тоже никакого скина нету. Ясно. Грустно. Здесь тоже нету. Здесь тоже нету. Так, ладно, идем обратно. Идем обратно. Может, я пролистал, сейчас не туда смотрю. Не получено. Так, тут, смотри, два разных скина, и те не получены. Игра, как говорится, ребята, без доната не получена. Слушай, только что скины получил, но их, как говорится, нету. Это, конечно, печально. Печально, что у меня барда нету. Вот что печально. Так, тут используется. Я даже могу, значит, улучшить, да? Улучшить. Есть. Так, здесь не могу улучшить. Типа, подожди. Я такой, опа, на яйце есть вождь минотавров? Ничего себе! Так, Дракулу могу улучшить. Это невероятно мне поможет в развитии аккаунта, конечно. Ладно, все, бомжуем. Мы сегодня с вами бомжуем. Далее, что у нас получается? Прокачиваем тыкву, значит, нам надо ее усовершенствовать. Усовершенствовали. И просто берем ее и эволюционируем. У нас 400 тысяч кгшек. Эволюция прошла. Для чего я это делаю? Ну, может быть, поможет мне в прохождении кошмарок, а может и нет. Но тыква, она просто, знаете, она такая пусечка, что она заслуживает максимальной
ребята, прокачки. Вот так вот. Ой, и уже сразу золото закончилось. У нас вообще есть оно? У нас вообще что-то осталось? Нет, у нас, походу, ничего не осталось. Снова придется видео нарезать. Золото заполнили. Дальше, тыковка. Опа, усовершенствовались, полетели. Подожди, у меня, кстати... Да, здесь просвет прокачан на максимум. Надо-то здание поставить, строиться. То я что-то с этим торможу. Надо не забывать, ребят. Надо не забывать. Подожди, здесь мы уже были. Так, улучшаем тыкву. Улучшить навык, добавить опыта. Благо, книжки у нас есть. Усовершенствовать. Ну и насколько мне хватит золота. Так, понятно. Не останавливаемся. Так, усовершенствовать. Да, и буквально сейчас накидываем ей 5 левелов. Ой, блин, я забыл закрыть окно. Возможно, вы слышите, как у меня за окном чайки, сволочи, орут. Эволюционировать. Реклама выходит в блюстаке. Странная фигня. О, у нас есть 5 повторок. А что, давай повторки используем. Есть, деточка. Есть, это хорошо. Так, у нас вторая эволюция. У нас очередная вторая эволюция на аккаунте. Это, конечно же, невероятно круто. Правда, снова не хватает золота. А это печально. О, божечки, как же лень ходить в рейды. Так, вторая эволюция, давай. Давай, тыква. Ты супер легендарный герой. Ты достойна второй эволюции. Что ж тут... Поделаешь. Так, усовершенствовать. Ебой. Так, нам снова, ребята, не хватает ресурсов. Но, тем не менее, мы уже прокачали 140 тысяч силы. Полетели дальше в рейды. Так, в рейд сходили. Не останавливаемся. Усовершенствовать. И, конечно же, берем ее, прокачиваем на максимум. Так, книжки нам позволяют. И вторая эволюция. Князь тыква. Девятое исцеление, не знаю, десятое исцеление. И каким-то образом вообще помогает или нет. Что мне по этим камням для прокачки? А, у меня 9 камней, даже 10 и не смогу при желании сделать. Ну ладно, что мы дальше ей можем сделать? Мы ей можем... Так, здесь слоник стоит. Во-первых, да, надо поставить ей какую-нибудь оживу. Ну, давай ей 5-ю оживу, чё. Разве не заслужила? Заслужила. Так, прокачиваем сразу прорыв на 10-ку. Подожди. Авторежим воспламенения... Авто, во, авто, давай. Полетели. Докачивается, друзья, прорыв. И опачки, все. Десяточка. 10-й прорыв, друзья. Ёпки, у меня уже 5 героев со второй эволюции. И еще причем с 10-м прорывом. Но опять же, мы не останавливаемся. Давай смотрим, насколько мы сможем судьбу прокачать. Что нам не хватает? Золота. Ёпки. Нет, приходится снова останавливаться, к сожалению. Так, сходил в рейд, потерял 2 героев. Ну а шо поделаешь? Так, судьба. Да, полетели. Судьбинушка, Так, камушков уже не хватает. Покупаем за кулачки. На что делать? Ну, кулачки у нас тоже есть. Так. Благо, я нахожусь в хорошей, замечательной гильдии под названием Кейкрафт. И у нас там с кулачками проблем нету. Снова золото, к сожалению, закончилось. Подожди, но у нас есть мана. Это значит, что мы можем взять и кому-нибудь прокачать просвет. Так. Вот, допустим, Аресу. Вот у нас все и закончилось. Полетели снова в рейды. Золото на максимуме. Груз мне уже запарило его фармить. Ну а что ради вас, друзья, не сделаешь? Так, судьба. Заходим. Окей. Снова у нас не хватает кулачков. Не хватает... Ну, хотя есть повторки. Почему бы и не? Да, слушай, нормально. А, вот, все. Закончились очки судьбы. То есть 23-я судьба. Ну, допустим. Еще, знаете, еще хотелось бы зайти в питомник. Я на самом деле давненько там не был. Так. Это яйцо открываем. Есть. И это мы ставим на инкубатор. 60...
6 яиц, я уже язык прям заплетается. Я разговариваю с вами, голосовые связки не берегу. Так, войти. Вот, смотрите, сколько у меня героев уже питомцев прокачалось. Надо бы их улучшить, тем более мана лишняя есть. Так. Че, все что ли? Так, и потом кому-то навыки можно улучшить. Так. Хотя уже, знаешь, на простых питомцев перестаешь со временем обращать внимание. О, ой, 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 закончилось. Закончилось, ничего, это мы докачаем чуть позже. Дальше, что мы делаем? Нужно, конечно же, сделать ей аугментацию. Снаряжение, так, судьба. Ну, давай, получаем и улучшаем. Так, нам, правда, не намного хватит. Да, придется использовать книги. Что буду делать, когда эти книги закончатся, я даже не имею представления. Так, есть. Ну и берем вот эти вот камни. Аугментировать, друзья. Так, у нас 300 самоцветов, но... ну и здесь целых 160. Да, походу, без созвездий мы будем. Это, конечно, грустно и печально. С самоцветами беда, конечно, на яйце. Так, кулаки открываем. Тут 50 тысяч. Так, окей. Ну, видите, 200 осталось. Это мало. Хотя, нормально еще. Так, что у нас? Ага, 380 тысяч кулаков. Еще живем, ребята. Я надеюсь, вы не устали, как я. Так, снаряжение. 400 самоцветов. Я думаю, ну, это мы можем открыть, да? И один раз долбануть. И здесь давай долбанем. Есть атака. Толку-то от этой атаки, друзья. Грустно. Грустно. Ну а что? Ну где взять самоцветы, если мы играем без доната, друзья? Так, выбираем коробку. Слушай, это прикольная штука. Ой, а чё, мы ворожаю не качнули этот? Что, подожди. Это ворожай, да. Давай-то ворожаю поставим. Так. Окей. А, здесь выберите предмет. Нам надо на скорость, по идее. Раскаленный доспех. Ну, давай на первое время поставим. Вообще, нам надо этот необузданная ярость. Или, подожди, как она называлась? Там, где увеличивает скорость, если не ошибаюсь. Так, недомогание четвертое, ладно. Пиромаг не туда. Помощь борца. Ой, иди ты в одно место со своей помощью. Так, все не то. Священный суд. Ну, слушай, давай вообще на первое время священный суд поставим. Так. Или, слушай, или может быть, блин, священный суд поставить ворожею. Она у нас без ничего. Слушай, а пускай ворожей будет. Ну а чё? Так, это не то. Это не то. Недомогание не то. Тоже не то. Хотя там и на скорость, я думаю, может быть, тыкве не обязательно сейчас. Ослепляющий удар. Ну... Еще ослепляющий удар. Раскаленный доспех пятый. Да что ты будешь делать? Раньше это было топчиком прямо. А сейчас как бы уже и такое себе. Тем более, ну, тыкве это точно не надо, потому что она будет разрушать здание перед собой. И, соответственно, не разгоняться. Во, необузданная ярость. Подожди. Или все-таки священный суд оставить? А, давай необузданную ярость поставим. И священный суд выпадает. Ладненько. Так, с аугментацией мы разобрались.
Снаряжение, судьба. О, мы даже здесь можем улучшить чуть-чуть. И все, снова судьбы не хватает. Интересно, у других героев прибавилось. Так, этого додика можем улучшить. Ворожея можем улучшить. И как бы все. У нас, кстати, уже 142 тысячи силы, друзья. Это вам не шутки. Так, питомцев, ладно, уже буду в другой раз докачивать. Ну что, давай попробуем все это дело затестить. Посмотрим, поможет ли нам тыква. Так. Слушай, а где она вообще стоит? Она где-то в башне, походу, стоит. Гарнизон. Это все не то. Да, она в башне стояла. Варлок поставим. Окей. Так, может быть, нам сейчас тыква поможет зарешать. Фрея. Ну, пускай остается. Афина. Вот вместо Афины тыкву. Ронин. Вместо Трианта. Давай, ворожея. Вот, короче, какой-то такой состав. Флаги у меня куплены. Магия тоже вроде какая-то есть. Что у нас по кошмаркам? У нас пятая пройдена. Вот шестой все грустно. Здесь, как понимаю, да, нам не получается на три звезды пройти. Ну, давай попробуем. Может, какой-нибудь супер разгон будет, не знаю. Ну, вряд ли мы этих демонов убьем. А, уже тыкву ушатали. Ну, хотя, смотри, как хорошо отрабатывала командора, пока ее не убили. Что надо как-то по разным сторонам героев пускать, не знаю. Слушай, ну, пока что стоим. Пока что стоим. Нет, не стоим. Кого? Феникса убрали. Так, Фрея, ворожей, Ронин остается. Цепелин отрабатывает что-то. Что-то отрабатывает Цепелин. Да, демонов, конечно, мы не забьем, но есть надежда, что, может быть, здание получится. Давай немножко поможем. Магиями. Кстати, магии надо не забывать прокачивать. То у меня эти не прокачаны, от них толку мало. Так. Цепелин-то справится, не справится. У нас минута 45. Ну, что-то потихоньку рубит. Что-то потихоньку рубит. Так. Давай, цепелинушка. Слушай, смотри, ворожей, когда помогает. Держитесь, ребята, держитесь. Да, надо, возможно, вообще надо было Трианта брать какого-то. Что у нас остается? Так, сейчас эти башни сейчас добьем. Ну, не, наверное, вряд ли успеем. Что там по ХП у этих? Эти полные. По 70 тысяч долбим. Да, и эти полные. 45 секунд. Нет, мы не успеем, ребята. Мы не успеем. Подожди. Войти. Цепелин. Подожди, так. Давай-ка я быстро в рейд схожу. Возвращаемся, друзья, в питомник. Что у нас тут? Они сюда. Какое яйцо даст? О, синее яичко. Так, здесь мы ничего не можем. Здесь мы ничего не можем. Так, здесь можем улучшить навык. Давай. А вот эти вот используем. Есть. Дальше не можем. Так, тут ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего. Так, здесь, конечно же, улучшаем. Отлично. Не останавливаемся.
Так, тут улучшить. Так, ну как бы они не используются, я просто ради приличия делаю. Есть. Так, улучшить. Есть. По 50 силы плюсом. Слушай, кстати, да, чё я Феникса не использую? Надо Феникса кому-то поставить. Хотя он, наверное, в этой кошмарке, конечно, не поможет. Но почему бы и не да. Так. Да, деточка. Вот, улучшаем. И да, и главное, навык еще. Опа. Урона должен наносить побольше. У нас уже 143 тысячи силы. Так. И надо пересмотреть питомцев, а то я... А то я, понимаете, ленивая задница. Так, а здесь у нас как бы здесь все четко. Дальше. Фрея. Ну, тут как бы ладно. Фан ту фан. Дальше. У этого... Ну окей, допустим, ну типа его убивают. Ронин, Цепелин. Тут как бы все четко. Окей. Ронину надо десятку качнуть. Дальше тыква. Ладно, тыква здесь тоже типа четко. Окей, и у нас шестой герой. Это ворожей. Ясно. Ну, подожди, магии надо не забывать, магии качать. Так, пополнить, магия. Тут это постоянно забываешь. А, ваш... Вот, все, нормально, качается. Ну, давайте, попытка номер два. Давай, тыковка, живи, разгоняй. Феня, включись еще раз. Феня, так, тыкву убили. Командора убили. В принципе, у нас снова остается тот же состав. Ну, хотя бы, видишь, у нас Ронин... А, все, Ронин побежал в центр. И как бы у нас 5 зданий, по идее. 5 зданий. Блин, Ронина что-то гасят. Ворожей что-то совсем тупит, не хилит. И ворожей... А, ворожей застанили. Вот в чем проблема. Потому у нас герои проседают. Таким образом, сейчас Ронина убьют. Если, конечно, ворожей эти здания зачистят. А, подожди, давай ему поможем, заспамим. Ворожей, ну ёпта! Давай, добивай здание. Давай, дружище. Ну, выйди ты уже из стана. Ну, видишь, уклона нету. Это реально на него только надежда. Ну, смотри. А-а-а! Да, просто не хватило буквально одного ёлки-палки здания доразрушить. Окей, продолжаем. Я юнитов не донабрал. Я не донабрал юнитов. Командору что-то быстро вырубили. Сейчас еще и ворожея вырубят. Ворожея надо вместе с ними, короче, запускать. Так, ладно. Давай сейчас юнитов набьем. Та-та-ра-та-та-та-да. Так, здесь есть юниты. 259 самоцветов. Слушай, ненадолго мне хватит. К сожалению. Реально ненадолго.
У нас видео уже затягивается. Но, ну а что, что, ребята, делать? Красота требует жертв. Самоцветов, правда, нету. Печалечка, печалечка. Но сейчас я уверен, сейчас мы пройдем. Сейчас мы пройдем, друзья. Так, магию дозаполняем. Значит, смотрите. Вот это мы делаем вот так вот, 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 вот так вот и вот так вот. Ворожея выпустил с Фрейей и тыквой. Тыкву убили. Но сейчас складывается тоже все достаточно неплохо. Но, по крайней мере, сейчас хотя бы ворожей будет отрабатывать и помогать. Да, видишь, вот эти вот три башни снова остаются. Но, как бы, при том, что ворожей будет хилить Ронина, то есть, теоретически, мы успеем за 2 минуты раздолбать все это дело. Магиями поможем, как можем. Ну да, вот теперь мы точно прошли. У нас еще Феникс живой, от него... Да, все, буквально. Смотрим. Еще один удар Ронина. Ронина, Ронин, да! Мы прошли. Отлично. Па-па-ра-ба-ба-ба, новая ачивочка. Ачивочка у нас на аккаунте, ребята. Готово. Теперь смотрите. Все, 6-я кошмарка пройдена. 6-я кошмарка пройдена, друзья. Ну что... В следующий раз мы будем уже идти на 7-ю. Ох, сложно будет. Ну, как бы, видишь, не зря тыкве сделал вторую эволюцию. На хоть чуть подольше может уже воевать. Слушай, ну, 7-я кошмарка. Ладно, ну что, на этом все. И так долгое видео получилось. 38 минут, почти 40. Я попробую что-нибудь вырезать. Если ты досмотрел до конца, ты настоящий красавчик, ты мой бро. Спасибо вам огромнейшее за лайки, за вашу поддержку. Пожелаю вам огромнейшей удачи и всем пока. И, кстати, отдельное спасибо тем, кто оформляет спонсорские подписки. Благодаря вам я могу покупать туалетную бумагу и гречку в столь трудные времена. Чао.